Ладно. Здравствуйте, друзья. Сегодня посмотрим предстоящий матч футбольного клуба Краснодар. Возможно такое, то есть можно сопоставить. Значит, ЭТО нам сравнение было в предыдущий матч, один из матчей футбольного клуба Краснодар. Ну, посчитаю вероятность прохождения различных комбинаций, сопоставить с тем, что получается в футбольном клубе Краснодар. Вообще, в целом, суть проблемы сводится к тому, что бюджет клуба вполне достаточно, чтобы иметь европейские достижения. Есть клубы типа Монако, которые, или Аякс, вернее сказать, которые более чем внушительные достижения имеют. Вот. И есть, существует много разных технологий. Вот это, то есть есть смешные типа Инстат, есть вот эта технология, крайне сложна, очень вариативна, то есть зависимо от большого числа факторов. И тем не менее, вот хотелось бы вас с ней познакомить. Спасибо за внимание. В Краснодаре было плюс 30. Нет, сейчас жара спала, сейчас ее нет. Чуть больше 20 градусов, и Краснодар идет вперед. Передача на Сергея Петрова. Дальше... команды там находиться. И вот все трое, это аргентинцы. Ригони, Дриуси и Паредес. Перейра. И вот сейчас достаточное количество игроков на чужой половине поля для того, чтобы Краснодар смог показать какую-то свою фирменную атаку. Подача, штрафную площадь. Казинский, Петров, все ближе и ближе к штрафной площади соперника. Мяч, Петров делает около своей штрафной. Шишкин, Перейра, в одно касание, здорово, направо, есть время у Подберезкина для того, чтобы принять решение, сделать передачу, штрафную.